Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Сегодня готовим очень вкусные нежные рыбные котлеты. Я по такому рецепту готовлю уже давно, советую и вам их попробовать. Итак, приступим. Для фарша нам понадобится 2 луковицы, 4 крупных зубчика чеснока, 1 крупная морковка. Заливаем холодной водой 5 кусочков белого хлеба, оставляем на 5-7 минут. 1 кг рыбного филе, у меня 500 грамм хека и 500 грамм минтая. Рыбу можно брать любую. 200 грамм сала. Хорошо отжимаем воду из хлеба и пропускаем все ингредиенты через мелкую решетку через мясорубку. Также, чтобы сделать фарш более плотным, нам понадобятся овсяные хлопья. Я измельчаю 7 столовых ложек, но нужно смотреть по консистенции вашего фарша. Может вам понадобиться больше, а может и меньше. Также вместо хлопьев можно использовать манку. К готовому фаршу добавляем соль по вкусу. Мне понадобилось 2 чайные ложки с горкой, смесь молотых перцев и куркума. Кладем 2 яйца. Две столовые ложки сметаны и тщательно все перемешиваем. Добавляем овсяные хлопья, снова все перемешиваем и оставляем на 15-20 минут настояться. Для панировки я взяла 5 столовых ложек муки и 5 столовых ложек панировочных сухарей. Начинаем формировать котлеты. Удобнее это делать круглой ложкой, и тогда у вас получатся ровные одинаковые круглые шарики. Кладем фарш в панировку и формируем котлеты. Фарш не должен быть слишком плотным, за счет этого они получаются очень нежные. Котлеты сразу же кладем на сковороду или на тарелку с панировкой. Если вы сразу сделаете много и будете класть их на доску, к примеру, фарш начнет впитывать панировку и котлеты начнут липнуть к доске. Кладем на раскаленную сковороду с растительным маслом и жарим до золотистой корочки с двух сторон на небольшом огне, но не на самом слабом огне. Пока котлеты жарятся, я часть котлет отправляю в виде заготовок в морозильную камеру, так как с этого рецепта получается много, 45 котлет. Половину я решила заморозить, это очень удобно среди недели достать готовые котлеты и пожарить свеженькие. Лучше всего использовать силиконовые доски или коврики, на них котлеты никогда не прилипают к поверхности, так как деревянные. И еще одну часть кладем на доску, обернутую в пищевую пленку. В нашей семье готовят всегда рыбные котлеты именно по этому рецепту, он больше всего пришелся по душе. Надеюсь, понравится и вам. Ставьте лайк этому видео, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус. И до новых встреч!